Евангелие от Матфея, 23 глава. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Говорю вам, книжники и фарисеи, горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы, по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков.
дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен грядущий во имя Господне».